Дорогие друзья, сегодня на дворе декабрь, и время подводить итоги. Почему сейчас? Потому что ровно год назад в моей жизни появился Фитлайн. Употребляя Фитлайн уже целый год, я получила новый потенциал здоровья. Результатов большое количество. Какие-то были сразу, на первую-вторую неделю буквально. И именно это укрепило меня в моем выборе именно клеточного питания Фитлайн. Уже буквально на первой-второй неделе у меня появились сила, бодрость, энергия, желание двигаться. А то ощущала себя буквально мертвой царевной. Вот. У меня улучшился сон. Незаметно для себя в течение месяца я изменила вкусовые привычки. Это действительно произошло незаметно. Я уже потом, когда мне на глаза попалась недоеденная шоколадка, я этот момент осознала. Если у меня была очень сильная тяга к сладкому, к мучным сладким изделиям, то эта тяга прошла. Я теперь спокойно смотрю в магазинах на полки, красивые полки любимого шоколада, любимых шоколадных конфет, моих обожаемых печенек и пирожных, и спокойно прохожу мимо, потому что нет того дикого желания, которое было раньше. Благодаря этому я за 2 месяца похудела на 10 килограмм. То есть ушел лишний баланс, который накапливался благодаря таким плохим вкусовым привычкам. Незаметно для себя, сразу я это просто не отразила. А вот оглядываясь как бы назад, я поняла, что с декабря по октябрь месяц я не болела ни разу ОРВИ и ОРЗ. Для меня это большое достижение, потому что ранее в холодный период времени года у меня эти болезни проявлялись каждый месяц. Начинала соднить горло, а потом это все уходило в мои хронические заболевания. Либо вниз обострение бронхиальной астмы, либо наверх гайморит или отит. И вот каждый месяц я развлекалась. То одно, то второе, то третье. Вот за эти 10 месяцев, или даже уже 11, по сути дела, у меня ничего этого не было. У меня стаж 35 лет, моих аллергических проявлений, довольно тяжелых в период цветения. И, что могу сказать, в последние годы аллергия меня преследовала уже практически круглогодично. Так вот, хочу сказать, что на Фитлайн период цветения у меня прошел намного легче. Да, я не избавилась от аллергии. Невозможно за стаж болезни 35 лет избавиться от аллергии за несколько месяцев. Я это прекрасно понимаю, и я буду продолжать и дальше пить коктейли Фитлайн. Но что хочу сказать, течение болезни было более легкое. Более того, я сошла с гормональных препаратов от бронхиальной астмы, с гормональных препаратов от насморка. Вот, для меня это тоже достаточно большой прогресс. Вот такими результатами я хотела поделиться. И напоследок, почему я сказала по октябрь месяц, хотя это видео я записываю в декабре. В конце октября меня подкосил ковид. Никто не застрахован от этого заболевания в наше время. Но на Фитлайн, благодаря той подушки запаса здоровья, который у меня появился в течение всего этого времени, когда я пила коктейли, плюс я продолжала, естественно, пить коктейли во время заболевания, я перенесла заболевание легко. Светлана, это возможно.